Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы книги Пнины Тфила, Псакера Варьяшева. Урок посвящается Лерифуа Шлема, Лецлаха Вихоним, Шелеха Михоль Бен Раиса, Вихоль Исраэль. Мы дошли до 4 главы. Первое, что он обсуждает, что Рав Ильяшеву был обычай всегда, когда кланяться, кланяться в сторону востока. И он не очень понял, почему именно в сторону востока, это с чем связано. То есть вне земли Израиля большинство евреев ашкеназских были на западе от Израиля, и поэтому кланялись в сторону востока, когда молились в сторону востока. Синагоги так строили, в сторону востока. И то пишут Поским, и Мишна Брура приводит, что не мамаш делать в сторону, где восходит солнце, потому что выглядит плохо, хас вишалом, выглядит, как будто поклоняются солнцу. Вот. Но на практике, во всяком случае, то, что ставили синагоги в сторону востока, тоже не совсем правильно, потому что большинство евреев уже в более позднее время жили в Восточной Европе, которая примерно с севера от Израиля, а не с запада. Если даже немножко с запада некоторые из этих стран, да, Украина, она прямо на севере от Израиля, а, например, Россия, куда попали уже позже, правда, евреи, но она находилась даже, наоборот, еще восточнее Израиля находится, да, Москва, например, это еще восточнее, чем Израиль, да, но даже, вот, допустим, человек живет где-нибудь во Львове или где-нибудь в Белоруссии, то в основном он должен направляться, да, поворачиваться на юг, когда молится, может быть, чуть-чуть на восток, но в основном на юг. А то, что пишут Поским, да, со времен Ришоним, что нужно на восток молиться, это потому что они жили где-нибудь там во Франции, в Испании, в странах, которые западнее Израиля. И то нужно было бы юго-восток выбрать. Но на самом случае, то, где жили позже евреи, там уж точно нужно, почти точно юг, а не восток вовсе. Но что я не понимаю, это почему Рав Ильяшев поворачивался на восток. Он-то жил в Иерусалиме, наверное, большую часть жизни, я так предполагаю, не знаю его биографии. Не знаю, думаю, что он родился уже в Израиле, то есть он родился еще до того, как было государство Израиль, но, во всяком случае, что он родился на Святой Земле, а может быть, он родился еще в Европе, и ребенком привезли его в Израиль, я не знаю. Но, во всяком случае, без сомнения, тот ученик, который эту книгу написал, Рав Бен Цион Кук, он, без сомнения, Рав Ильяшева встречал уже только когда он в Израиле жил. Поэтому я не понимаю, какой смысл поворачивать на восток. Может, он просто так уж жил тоже, что храм от него находился на востоке, да? Что, может быть, Рав Ильяшев, его квартира была в том месте Иерусалима, что, чтобы в сторону храма повернуться, нужно было именно на восток поворачиваться. Тогда я понимаю, но тогда он должен был бы это упомянуть, что это именно относится к Раву Ильяшеву, потому что он жил с запада, да, от храма. Это возможно, потому что западный Иерусалим, основные, да, районы, где живут евреи, это в основном запада действительно от того места, где находится храм. Но тогда этот псах не будет относиться, например, к тем евреям, которые живут в Цфате, скажем, или наоборот в Бершеве. Да, это будет тогда относиться только к тем евреям, которые находятся именно с запада от храма. Поэтому я не очень понял. Еще он говорит, что даже когда он говорил «Баруха Шемурах Нилам Ваэд», если Борху отвечал, тоже поворачивался в сторону востока. Но если, говорит, это было во время чтения Торы, то он не поворачивался, а в Алейну поворачивался. И в пометках внизу он объясняет, что причина, почему он поворачивался во время Борху, но не во время Борху, во время чтения Торы, это потому, что во время Борху и так непонятно, нужно ли поворачиваться, и нужно ли кланяться, в смысле, что источник на то, что мы кланяемся во время Борху, когда отвечаем Барух Ашем Варах Нам Вед, он не очень очевидный. Во всяком случае, раз мы кланяемся, что само по себе не так уж очевидно, то, по крайней мере, поворачиваться именно на восток, когда делают Борху во время чтения Торы, он считал, что это просто Минхаг вообще кланяться, поэтому можно не поворачиваться. Но вот кланяться во время остальных молитв, он всегда поворачивался на восток по какой-то причине. Теперь вопрос. Когда говорит Хазан Барух Ашем Варах Лиалам Ваэд, ему говорить вместе с общиной или отдельно после общины? Да? Казалось бы, сегодня почти все хазаны говорят после общины, отдельно. Но на самом деле это интересный вопрос, потому что совершенно не очевидно, что ему нужно после. Может быть, ему нужно отвечать вместе с общиной, потому что он пригласил всех сказать Барух Ашем Варах, Барху Эт Ашем Варах, и потом вместе со всеми отвечать. Кстати, есть вопрос вообще у Ришоним, нужно ли ему отвечать. Тем, что он сказал Хами Варах, благословенен, то этим он уже как бы сам ответил, что Всевышний благословенен. Но у нас вот обычай, как те Ришоним, что он тоже отвечает. Но когда отвечать, со всеми или после остальных? Рав Ильяшев считает, что отвечать после остальных. Есть, говорит у Магена Авраама от имени Агуды, хилук между тем, когда всего есть 10 человек, или есть 10 кроме него.
что если, говорит, всего здесь человек, включая него, он должен со всеми ответить, по мнению Агуды. Вот. А Мишна Брура, говорит, удивился, и, похоже, считает, что всегда следует отвечать вместе со всеми. В общем, не очень понятен этот вопрос, и на практике, я думаю, что лучший вариант – это начинать отвечать, пока другие еще не закончили. То есть сказать «барух» – хотя бы первое слово ответа хазану сказать, пока еще часть людей отвечает. Тогда точно он еще может ответить, и не получается, что он отвечает просто один, без миньяна. Теперь, могут ли тогда община начинать брохи шма, пока еще не ответил хазан «барух ашем бурах лилам ваэт»? И на это Рав Эльяшу ответил, что да, могут, они могут его не ждать, пока он закончит отвечать тоже. И следующий вопрос, как я понимаю, просто сформулирован по-другому, но тот же самый вопрос, может, автор решил переспросить, что Рав Эльяшу его правильно понял, что нужно ли дожидаться, пока ответит хазан «барух ашем бурах лилам ваэт», или можно начинать шма, уже брохи шма. И он говорит, что можно начинать брохи шма, что весь иньен, вся эта идея, что посланник общины говорит тоже «ашем, барух ашем бурах лилам ваэт», это чтобы включить себя с общиной. Но общине не нужно его дожидаться. Один человек не слышал борху утром и в минху сказал борху перед 10 людьми. Правильно он сделал. В смысле, что он пришел в синагогу в минху, потому что утром, видимо, у него не было синагоги, или он опоздал на борху. Так он в минху пришел и сказал борху это ашем иварах. Правильно ли он поступил? Автор говорит, что нет, неправильно. Невозможно просить, да, чтобы в минху делали борху, потому что в минху не установили мудрецы борху. Так его спросили тогда, а что, должна быть борху именно во время утренней молитвы, часть утренней молитвы? Он говорит, да, что установили как часть молитвы утренней, а не как в минху. Дальше автор пишет, что Рав Эльяшу считает, что во время, когда упоминаешь выход из Египта, каждый день, да, утром и вечером, нужно обязательно иметь в виду то, что ты говоришь. То есть даже если каждое слово ты не думаешь об этом, первый пасук шма нужно каждое слово понимать, но про выход из Египта, про исход нужно помнить саму идею. Но если человек просто автоматически сказал, а не подумал о самом исходе, даже если он пытался выполнить заповедь, это он имел в виду, но не подумал о том, что именно имеется в виду этой заповедью, что Всевышний вывел из Египта, то он не выполнил заповедь. И также, говорит, во время кидуша, что нужно иметь в виду, когда вечером делают кидуш в субботу, чтобы вспомнить о выходе из Египта. «Зехар летит Мицраим», «Кивану Вахарта» и так далее, да, что этот нусах он мякев, и именно нужно иметь в виду про исход, вспомнить, не просто произнести эти слова. И также, говорит, когда вспоминают об Амалеке, тоже нужно вспоминать. Именно помнить, не просто говорить слова. И, говорит, нужно это сообщить другим людям тоже. То есть, вот, например, когда человек делает кидуш, получается, дома, в шаббат вечером пусть скажет своим домочадцам, чтобы имели в виду выполнить, понимать, что Всевышний нас вывел из Египта. Получается, по его мнению, если человек не знает иврита и слушает кидуш, и не знает, что там говорится, то он лихойра не выполняет заповедь выхода из Египта и, соответственно, не выполняет и весь кидуш, что ли, даже если он, в принципе, понимает, общий идея кидуш, он знает, что это отделение субботы от будничного, но вот про выход из Египта вполне возможно, что он не понимает там. Хотя слово Мицраим, наверное, все знают, даже те, кто не понимает иврита, но люди обычно, когда слушают, они не задумываются над этим. То есть это получается большая хумра, на мой взгляд, то, что мало кто, мне кажется, полностью над этим думает внимательно, как он хочет, чтобы делали. И напоследок я хотел бы сказать, что в прошлом уроке я не знал, как правильно перевести одно слово. Я думал, что это стельки. Речь шла о том, что можно ли надевать одновременно ботинки со стельками, как мне показалось, да, когда речь шла о том, что не следует надевать две одежды одновременно. И Рав Эльяшу сказал, что это не проблема, что стельки не отдельная одежда. Оказывается, слово значит не стельки, а галоши. Я посмотрел потом в словаре. В всяком случае, получается, что можно надевать, допустим, валенки с галошами одновременно. И на этом заканчивается наш урок. Лильфо Шлеймашель, Хайми Хобин Раиса, Вихоль Фрай.